В конце августа на фоне трех предшествующих инсультов и инфаркта головного мозга Мстислав Михайлович поступил в больницу номер 3, где ему была проведена успешная операция по поводу грыжи. Затем, в связи с прогрессированием основных заболеваний и необходимостью круглосуточного медицинского наблюдения, 6 сентября артист был переведен в отделение паллиативной помощи горбольницы номер 5. Здесь в течение 2 недель проводилась вся необходимая терапия. Сегодня утром произошла остановка сердца. Известный на весь мир дрессировщик, народный артист СССР в последние годы с семьей проживал в Сочи. С 1992 по 2003 год, не прерывая артистической деятельности, являлся художественным руководителем и директором Сочинского государственного цирка. В своей артистической деятельности он был известен на весь мир. В 1977 году Мстислав Запашный создал единственный в мире спектакль, в котором слоны и тигры оказались в одной клетке. Аттракцион был удостоен государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства в 1996 году. В 1991 году он поставил героико-исторический цирковой спектакль «Пантомиму «Спартак», который по своему масштабу постановки не имеет аналогов в мире. По решению семьи Мстислава Запашного похороны будут организованы в Москве. И мы сейчас, администрация города, по поручению главы города, оказывает полное содействие семьи Запашных в организации похорон. Мстиславу Запашному было 78 лет.